первый день осени свои двери перед школьниками впервые открыл новый лицей информационных технологий. Учебное заведение заработало на базе Ульяновского государственного технического университета. Лицей был создан на примере московского проекта «Университарий», опыт которого начали внедрять еще в прошлом году. Год назад по предложению губернатора Сергея Ивановича Морозова об открытии в университете IT-лицея было поддержано и ректоратом, и ученым советом нашего университета. Почему IT-лицей в техническом университете? Ответ очень простой. Университет готовит очень квалифицированные кадры, в том числе и для IT-отрасли. Сегодня за парты нового IT-лицея село уже 150 старшеклассников. Это 6 полноценных учебных классов. В 5 из них будет вестись подготовка по информационным технологиям. Еще один класс будет ориентирован на социально-гуманитарный профиль. Конечно, основная цель – открытие лицея и обучение в нем детей – это привитие интереса к инженерным профессиям. Поэтому основная задача в части образовательного процесса – это углубленное изучение математики, физики, информатики. Потом мы сейчас хорошо знаем, что на современных предприятиях инженеры должны владеть английским языком. Еще одно направление – углубленное изучение английского языка. Помогать постигать азы программирования и IT-отрасли ребятам будут лучшие специалисты университета. Планируется, что лицеисты смогут участвовать в конкретных технических разработках, в частности для предприятий оборонно-промышленного комплекса. В открытии лицея принял участие и временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Морозов. Он осмотрел учебные помещения, новую отремонтированную столовую, а также принял участие и в торжественном мероприятии по случаю Дня знаний. Я уверен, что сегодня никому не надо доказывать значимость информационно-коммуникационных систем для современного мира. Мы прекрасно понимаем, насколько сегодня востребованы эти специалисты. Да и сами мы здесь, в Ульяновской области, не только это понимаем и готовим кадры, но и достаточно активно развиваем IT-сектор. Новая образовательная площадка станет филиалом городского лицея при УлГТУ. По подсчетам специалистов, в следующем году в IT-лицее будут обучаться уже порядка 500 школьников. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.